слушаем Каман, а сейчас мы будем ностальгировать, вспоминать наши святые 90-е, наше детство. Вы помните 90-е? Помните? О, приставка Дэнди. Дэнди все играли, да, в Дэнди. А только в 90-е Дэнди не были, тот наводил ебаный зумир и ебаный, да, как сын духу, который Сега 2000-м или у других дубаев. Бля, Дэнди, ты прям класс. Там наши все, там такие игры хардкорные, драйвовые игры такие. Они, сука, сложные, блять. Я помню, в детстве ни одной игры не прошел, нихуя вообще, нихуя. Я 5 лет играл в Дэнди на черно-белом телевизоре, блядь. А потом батя купил телевизор Sony. Я увидел игры в свете, я охуел. У меня был катыш Феликс против Джерри, охотник из предельни. И там, представляете, там этот Винстон, он синий, у него кожа синяя, представляете? А Феликс против Джерри, бля, Феликс против Джерри играли. Хак тянет, он знаменитый хак, между прочим, в 90-е годы. Там, короче, был Феликс, он не черный, он красный, сука. А мышки Джерри не коричневые, а фиолетовые, сука, фиолетовые. О, бля, ой, как обожаю в этой хуй играть. У нас тоже, сука, ты удаёшь, не могу подсыпать. Там мне даже не нравится первая пункта, а вторая мне очень нравится. А еще мне друг Ромка пригласил, подарил два картриджа Токио и шоссейчик. Я тогда их увидел сразу в свете, а они на черно-белом. А моя бабушка потом до сих пор были черно-белые советки, деньги я приносил. И играл снова, я снова видел, как игры выглядят в ЧБ. То есть ЧБ телевизор от нас никуда не девается, хотя дома у меня были цветные телевизоры. А черно-белые они никуда не деваются. Бабки и детки, и поэтому я снова играл в ЧБ уже на большом телевизоре. Березка, а еще на компьютер юность маленький, я с собой сюда увез его на компьютер бабушки и играл. О, как это было охуенно, эти годы, дети, еще соседи приходили, а еще папа просил пригласить на новый ход, чтобы он мне подарил китайский Mortal Kombat. И знаете, что мне принес 31 декабря? Знаете, что мне принес? Он мне принес голубой картридж от Стиплера, куда зайти в Телспин, чудеса на виражах. О, какая классная, брат, вы тогда не мог никакой пройти, да? Первого босса не мог, но это настолько сложно, там для босса такой лодка подводная, так хуяк-хуяк там кидает ракетами по тебе, блядь, ну никак не мог вернуться. Я духал прихода, я потом много раз его оттащил, и на ретро, а че ему ты приходил? О, это спин, о, классный рух, у меня, конечно, самый любимый, это черный плащ. О, вот какую игру не проходи, но черный плащ я больше затрачивал, знаешь, больше, чем подарил два. О, черный плащ, там, в свете, я сначала в ЧБ играл, а потом видел в свете, охуел, какая там графика красочная, прикольные, яркие цвета. О, прикольная игра была, как Мехамед, бегаешь и стреляешь. О, эти голуби, бля, заебись.